Доброе утро! У нас тут водные процедуры. Гриша боится за водой. Да, не надо. Раз, два, три. И ты хочешь? Да. А ты еще и в нор... Да? Да. Только главное, чтобы он не в дырку. Да? Вон там дырочка, она мне тоже глубинка. Хорошо, что я сюда прыгнул, там нет дырочки. Да, а где ты там могу? А вон прыгай давай. Я прыгну, это очень грязно. Ух, я трусы снял. Вот, это от этого. Тут завтрак? А, еще и котлетки у вас? Да, да, да. Деду не впускают дом. Да? Да. И пирожки, и котлетки. Спасибо, сынок. Это моя. Угу. Как тут красиво. Петунья. Еще петунья. И еще петунья. Пиранья эмпельная. Что такое, сынок? Это вот обидел. А как ты будешь залазить на него? А, мелота. А, да? Да. Точно? Да. Может, тебе помочь посадить? Да, чьи ему будет, да, тоже. Я палю. А, ты уже все плывешь? Крутяк ты. Ты на крокодиле? Да. Мам, лучше не пробуй воду. Да? Да, не пробуй, да, пап? Футболист мой. Гол! Так, что мы, в общем, почему? Выезжаем на море. Маня не хочет на жаре. Говорит, если бы вы вечером ехали, я бы с вами поехала вечером. А сейчас же вы все равно будете до обеда, там жара. Уже, вот представь, 9:20 и 34 градуса. Что-то сейчас, папа, знаешь что? А. 34 градуса, а ты выходишь на улицу, это не так уж сильно ощущается. Это когда в горячий ключ. Главное, кстати, достопримечательность теперь камышеватки. Это вот газовые трубы. Уже скоро здесь будет газ в этом районе. Вот в районе и у бабушки скоро будет. Вот они тут уже все делают. Уже скоро проект, как это, обвязку, да, дома будут делать. Поэтому газовое движение тут есть. Красиво, боже, как красиво мы спускаемся. Речечка вот это тоже можно? Так, а тут уже люди есть, палатки. Мы тоже взяли с собой палатку. Да, мы тоже с собой взяли палатку. Дорога тут, правда, как это называется? Стиральная доска, да. Это в буквальном смысле стиральная. Палатки, да. Что за регион? Какой регион? 123, да. Кто-то здесь, наверное, и на ночевку устроили. Воду будем сейчас пробовать. А, классная. Папа сейчас чуть подъедет. Все, хорошо. Ага, Гришенька, ты плавочки одевай, Гриш. А? Плавки иди одевай. Ты куда? Мне нравится соседение. Раньше как-то звонко, а сейчас соседение. И дорогая. Так, мы ставим палатку. Афоня, неси сюда на рукавнике. Неси, неси. Покажи маме, какие клевые тебе вчера в Декатлоне купили на рукавники. Какие же они удобные вообще. Они с пиратами, да. Ой, я тут уже ногу уколола, потому что ракушка что-то мне тут поколола. Две комнаты, да? Да, две комнаты. Я буду там спать. Точно?
А сейчас обед? Угу. Как раз время сна, да? Да. Брали. В общем, что хотела сказать про нарукавники. Они вот здесь вот не резиновые внутри, куда засовывать руку, а из ХБшки, из какой-то, в общем, тканевые, и они суперские. То есть Афоне они не натирают. А потому что на пляже мы все время покупали, они что здесь резиновые, что здесь внутри, и руке некомфортно. А тут вот тканевые, в общем, очень комфортно. Афоне весит 14 килограмм, но мы ему взяли от 15 до 30. Главное, что с пиратами, он сказал. Ну, классные, очень классные. Ну, то есть по качеству лучше, чем вот на пляже продаются. Ты не хочешь пирожок? Тоха искупался. Ну как вода? А мы сегодня будем ночевать? Не знаю. Папа хочет. Все, короче, хочет. Только бабушка, это девушка сказала, что бабушка приболела. Да? Господи. Если бы мы вечером поехали, бабушка Галя поехала. Да очень жарко, да. Очень жарко, и ветерок поднялся. Да. Что там так глубоко? Да. 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 Что за танец? А ты закапываешься ногами? Мы уже едем. Угу. Едем, едем, едем. Тут коровы. Тоже сушь. Июнь месяц. Да, сухота. Мы решили по над горой поехать. Ой, тут как красиво эти репяхи фоткаться, да? Да, тут они, да, с ними. Там пофоткайся. Ну вот, даже ля, какой красивый куст репяха. Можно стать картины рисовать. Очень красиво, да? Только если бы такие реки еще были полные. Ну ты можешь нарисовать. А раньше они, когда много воды, они здесь наполняют. Для козочки. А у нас оттуда с лимана. Козочки, идет. Козочки. А я не знаю, вон там вот родник был. Его даже раскапывали специально, чтобы он, наверное, уже он... Корова. Завид. Да, его же все равно ж надо все время как бы прокачивать, получается. Ну да. Чистички. Тоже тут хвостиками машут, себе кондиционер делают, муж гоняет. На кондиционере он тут 4 раза свалил. Вот это что-то раз. Ирки, Максим и Дашка. И Максим же футбол. Ирка становится уже, и он лупит. Я говорю, открывай подвал. И пускай лупит тоже в подвал, как Сева велосипедом заедет. Купайся. Чтобы Антон хочет, пусть купается. Антон, держи его, помогай ему. Слово пошли, это я не знаю. Кушать, идем борщ кушать. Вот. Ты не будешь? Почему? Я тебе дам, не буду. Собрались, короче, на ночевку. Да, все мальчики тут полная машина. Мам, ты еще багажник. А, да, да, да. А ты еще багажник себе показывай. Да. Так, подъезжаем к месту назначения. Круто, да? Ага, вид, конечно, классный. Вот тут большой этот, как залив.
Тут народу много, да. Видно, что тут специально на рыбалку. Да, вот и на рыбалку, тут рыбаков много. Это как называется, в Куту? Кут. Кут, да. Где много вот таких вот... А почему его Кут прозвали? Там еще песок. Глина. Мушки его кусают, да, Фань? Кусают? Мушки кусают? Нормально. Анама. Что это, Гриша нашел такую ракушку? Как хорошо! В ракушках? Это не те. А что у них? Ничего. Дети мои. Смотрите, и покатаем по этому. Вот он, красивое украшение. Крабик, глянь. Где он, глянь? Он кусается? Вот он, вот он. Ну, у него щупальцы есть, ты видишь? Так прикольно. Ну что, ты будешь меня щипать или что? Дай я. Или я слишком крупный? А я там уже дедушка. Подожди. Это я его нашел. Да, я не пойму, думаю, где там кто-то ходит. Ормера, ормера. Пап. Отпустите его? Отпускай, конечно. А я думала, кто это? Там кто-то ходит. Да. Это краб. Я говорил, что там кто-то есть. Че, и правда там крабик? Гриш, высыпи его в ямку. Высыпи, пожалуйста. Крабик. Еще два крабика, два друга? Да. И... Какой он фотой. Подержите, дайте под дедушкой это. Все, надо... Нужно... Ой, не надо, большого не надо. Давай. Гриш, еще нам найди. Мы, в общем, переехали на другое место, потому что там дно, как оказалось, не очень. В общем, переехали на другое, здесь волны, но дно другое. Вот так. Сразу выпил. Охо, а зачем ты столько сразу выпил? Я вообще очень много тебя стал пить. Что у нас за праздничный стол? Это Ви. Это Ви? Да. Как вас зовут? Афоня Довгаль? Афоня. Да ты чё? Папа рыбу поймал? Да. Ногой. Покажи. Да. Кто это? Рыба. Рыба? Это называется бычок, да? Песчаник. Бегу!
да? Кто-то дергает и вытянул. Номер два. Вечером солнышко у нас садится. Однако ветерок. А потом мы ловим вот таких вот бычков, да? Да. Все, давай отсюда. Ну чё там, пап, вы не будете ночевать? А? Или будете? Нет! Мы закутались в плед Сафоне, потому что нам уже холодно. Ты тоже замерз? В общем, какой перепад температуры. Днем жара невыносимая. Собачку? Давай я тебе хоть заценю. Галя тоже замерзла. А папа печку нам хочет сейчас включить. Комарики начали летать. Комарики. Печка.